15 гектаров леса выгорели за сутки на Южном Урале. Крупные пожары произошли в пригороде Челябинска, в Шершневском лесничестве, а также в Брединском и Верхнеуральском районах. На тушение отправились десятки людей. Опасность угрожала и одному из поселков на юге региона. Стоят клубы дыма, а местные жители отмывают окна от сажи и проветривают комнаты. Здесь, в Верхнеуральском районе, произошел самый крупный пожар. Огонь охватил около 12 гектаров леса. Люди говорят, что пламя в высоту доходило до 1,5 метра и чуть не перекинулось на частный сектор. Некоторые даже собирали ценные вещи и документы, чтобы оперативно покинуть дома. А мужчины взялись за лопаты, помогали огнеборцам, делали рвы, чтобы остановить распространение пламени. Потом огонь пошел сюда, ветер дует восточный, огонь пошел сюда, и там он, как, березняк у нас, уже к березняку, уже на поле вышел. Мужики-то сколько, 6 человек мужиков, кто с метлами, да. Ведра с водой. Кто с лопатой. Лейки с водой приготовила на случай, потому что это пожар, мгновенно начинается пожар. Сейчас этот пожар в Верхнеуральском районе удалось потушить, и опасность людям не угрожает. В целом же за сутки тушить пришлось 3 крупных пожара. В работе были задействованы 70 человек и 20 машин. Несмотря на похолодание, в некоторых территориях до сих пор не было дождей и сохраняется сухая ветреная погода. В связи с высокой опасностью возгораний в области действует противопожарный режим. Это решение губернатора Бориса Дубровского. Жителям области запрещено ходить в леса и разжигать там костры. Кроме того, частично ограничена охота. Отстреливать животных и птиц запрещено в лесах. При этом охотиться на озерах разрешается.